Мощный штурм Киара ворвался на территорию Великобритании вечером в субботу, 8 февраля, со скоростью ветра более 160 км в час и сильными ливнями. В Перте, Шотландия, 3 человека получили ранения после того, как частично обрушилась крыша одного из зданий, сообщает The Independent. Шторм оказался самым сильным за 7 лет. Метеорологическое бюро страны выпустило погодное предупреждение «Опасно для жизни», охватившее почти всю Великобританию. Сотни авиарейсов, поездов и паромов были отменены, все мероприятия на открытом воздухе перенесены до улучшения погодных условий. Около 25 тысяч пассажиров затронули отмены рейсов из лондонского аэропорта Хитроу, расписание перелетов было резко сокращено. Авиакомпания British Airways отменила не менее 140 рейсов. Пассажирам поездов рекомендовали воздержаться от поездок в воскресенье, шторм Киара может обрушить обломки на рельсы, дорожные мосты будут закрыты. Несколько железнодорожных компаний объявили, что будут работать по сокращенному расписанию, с общим ограничением скорости до 80 км в час. Было отменено паромное сообщение между Ливерпулем и Дублином из-за сильного шторма в Ирландском море.